И снова всем привет, мы проходим специальный мануальный массаж. Сейчас будет сет номер 5, но мы без вас не начнем, пока вы не поставите лайки и не подпишетесь на этот канал. Давайте, давайте, я жду. Come on, everybody! Я жду, жду. Ну-ка, подписались? Поставили лайки? Отлично, молодцы, продолжаем. Уникальная техника с лопаткой. Значит, мы отработали вот после локтевых техник, да, когда продавили вот так вот, все. Рука, где закончили, там у нас такое правило, там мы продолжаем. Она захватывает трапецию, вторая рука ее догоняет по паравертебральным мышцам, изминая ее, и начиная вот трапецию прожимать кулаком. Ну, примерно получается 3 прожатия по ее верхней длине. Сразу же эта рука начинает лапой леопарда массировать плечо, вторая, не отрываясь, поднимает руку сюда и залазит с той стороны. Здесь нам удобно обработать переднюю дельту и малую грудную. Прямо вот так вот размяли и вытаскиваем, вытягиваем на себя. Вот. За этим мало кто обращает внимание. Эти мышцы важны, потому что они вдавливают плечо в стол. Плечи у человека разворачиваются вперед, если они укорочены. Поэтому мы их растягиваем. Плечо должно легко отлепляться от стола. Где руки остались, там мы продолжаем. Эта рука держит за кремянный отросток, это за локоток. И получается вот вращение топорика. Видите, похоже на топорик. В одну сторону и в другую сторону. Теперь большим пальцем придавили место, где сустав. И относительно лопатки локоток поставили сюда. Теперь сустав с этой стороны и в ту сторону. Поставили вот так вот. Рука за кремянный отросток остается, а мы второй рукой за уголок лопатки вот в эту сторону тянем ее. Это мы нашли зубчатые мышцы. Там. И подлопаточную мышцу вытягиваем. И с этой стороны. Это мы ромбовидную и трапецию вытягиваем. И мышцу, поднимающую лопатку вот сюда, которая крепится. Значит, в эту сторону и в эту сторону. Сюда и сюда. Все это я для вас нарисовал специально на вот такой методичке. Вот тут подробно написано, куда мы применяем усилия. Далее руку кладем ему на крестец. Вот. У нас получается эта часть корпуса отдыхает. Все, она отдыхает. Мы трудились, мы устали. А эта рука продолжает работать. Эта рука, соответственно, управляет. Если нам надо вот сжать здесь, мы вот туда поднимаем. Надо растянуть верхнюю трапецию, мы сюда опускаем. Надо лопатку больше открыть. Пережали локоть поближе к телу и вот туда опустили. Видите, лопатка открывается. То есть мы этой рукой управляем. Вот надо поднять. Поднимаем, чтобы плечо растереть. Вот растираем все быстренько. Здесь вот всю трапецию. Это я растираю ее продольно. Да? Вот она вот так вот вся растет сюда. Теперь поперечно. Поперечно растер. Придавил локоток и отжимаю теперь лопаточку запястьем. Мягко перевожу руку на локоть, без резких отрываний вот таких вот, да, ударов. Все плавно, одно движение в другое переходит. Разминаем здесь. Ну, техника это те же самые циферблаты часов. Раз, 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 раз. В ребром поперечное сочленение. Потом локтем тоже лопатку обрабатываем. И верхнюю дельту. На растяжение, видите, растянул, сжали. Растянул, надавили, сжали. Растянул, надавили, сжали. Рука уходит плавно сюда в кулак. Кулак массирует шею. И рукой мы помогаем. Видите, какое движение интересное. Теперь точки. Ну, там я их уже нарисовал. Значит, первая точка, это там, где крепится трапециевидная мышца к кремянному отростку, но сантиметр примерно отступаем. Вторая точка посередине этого участка. Вот прям в тело с вибрацией. Вот середина этого участка. Теперь уголок лопатки. Теперь с этой стороны где-то там 4 точки примерно находятся. Раз. Все видите, направление всегда перпендикулярно лопатке. Здесь уже точек нету, просто вставляем палец и накатываем на нее лопатку. Идем сюда, вот в этот уголок лопатки, снизу вот
где между дельтой и большой круглой мышцей в уголок лопатки вот сюда, не надо перпендикулярно, давайте вот так покажу, тут бывает болезненно, и между малой и большой мышцей круглой тоже вот сюда, терпимо? Угу. Вот, и теперь кулаком проходимся по всей длине этих волокон, только продольно, с вибрацией. Ну, тут, соответственно, сверху вниз получается. Вот, отпустили руку, размяли круглые мышцы, и вот уводим уже лимфу всю туда, под мышку, по ребрам передней части тела. Избавляем от межреберной невралгии. Ребра примерно толщиной с палец и расстояние между ними с палец. Как раз наши пальцы вот между ними там хорошо проходят. Расшатываем их по вот такой диагонали. Межреберные мышцы же там тоже коротенькие есть такие. И начинаем пробивать. Начинаем с мягкого места. Значит, как может быть? Кулак может быть легенький такой вот. Хлесткое движение получается. Кулак жесткий, когда плотно его сжали. Получается другое движение. Вот сначала легеньким, да, по тазу можно стучать, по остистым не стучим, только по ребрам поперечным сочленениям. Теперь вот стучим как бы в разные стороны, вот так по диагонали, да, стараемся разжать все эти кости для декомпрессии. Жестким кулаком уже прохожусь, можно по плечам постучать, по лопатке, тут все выдерживает человек. Потом вот такая трещоточка, попробуйте. Чтобы слышно было, как трещотка. Можно, конечно, усилить там двумя руками сразу, например. Прохлопали открытой ладонью. Открытая ладонь бывает немножко так больновато, поэтому потом так протянули. Немножко такая протяжечка с вибрацией. Ладонью такой вакуумной, лодочку такую делаем. Просто погладили. Как бы часть массажа закончилась, да? Но поскольку у нас мануальный, специальный массаж, то мы за лайки, конечно, я вам покажу еще один приемчик. Поставили лайки, да? Берем за плечо, и можно в первое ребро попасть локтем. Если не попадаете, то прям через лопатку. То есть локтем туда, плечо на себя. Раз, повыше перешли. Два. О, реберно поперечный. Дуги не идут. То есть эта рука использует как рычаг его руку, а здесь я давлю вот в ту сторону, перпендикулярно практически. Еще раз показываю. Если человек держит руку, да, предупреждайте его, чтобы она легко лежала, расслабилась, уперлись. И смотрите, у меня получается двойной удар. Своим же локтем на свой же локоть я давлю. Видите, подкидываю его руку. На выдохе давай. Раз, два. Подавили. Все, с этой частью мы закончили и переходим на другую половинку тела человека. С вами был Олег Лавгудвин. Если вы не с нами и не подписались, то много потеряли, а лучше вам быть здесь и все отрабатывать на практике. Пока-пока.